Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Я рада, что вы снова заглянули на мою кухню. Сегодня мы решили приготовить вареники с картошкой и с творогом. Все умеют готовить вареники, конечно же, но я хочу показать, как это делаю я. Тесто я завожу обычно как на пельмени. Заранее просеянную муку, насыпаю немножко соли, одно яйцо и воды. Тесто буду замешивать тугое. У меня получилось вот такое тугое тесто. Сейчас я его хорошо вымешаю на столе и оставлю его отдохнуть. Оно станет немножко помягче. Минут на 10. Я хочу приготовить поджарок к толченой картошке. Взяла сотейник, нарезала лук небольшими кубиками. Добавляю 2 горсти шкварок от говяжьего жира. Наливаю немного растительного масла и поджариваю. Сейчас приступаю к начинке с творогом. Творог я размяла немножко вилочкой. Теперь яйцо отдельно, пиалочки тоже разбила. Выливаю в творог. Также взяла зеленый лучок. Порезала его мелко. И тоже добавляю сюда в творог. Можно взять укроп, тоже порезать мелко и добавить в творог. Немножко присаливаю. Все хорошо перемешиваю. Здесь у меня толченая картошка. Я не стала отвлекать ваше время. Почистила картошку, отварила и протолкла. И добавляю сюда наш поджарок со шкварочками. Лучок. Все перемешиваю, и наша начинка еще одна готова. Вот у нас получилось 2 начинки с творогом и с картошкой. Тесто я еще раз обомну, оно постояло и стало вот такое вот хорошее послушное тесто. Оставляю его опять отдохнуть минут на 5. Теперь от общего кусочка я отрезала небольшой кусок и раскатываю его в колбаску. Толщина колбаски зависит от размера ваших вареников. Теперь нарезаю на небольшие кусочки. Подсыпаю муку и с каждого кусочка делаю небольшую лепешечку. Готовятся варенички очень быстро. Иногда мы сделаем побольше, замораживаем их. И в любое время, когда надо, достал, отварил, и вот обед или ужин уже готов. Наши заготовочки я раскатываю в тонкие лепешечки. Укладываю картошку, залепляю сначала серединку, потом края. И чтобы не спутать, где у нас будут вареники с картошкой, я на варениках из картошки хочу сделать небольшую косичку, чтобы не путались. Вот такую косичку делаем. Вот покажу еще один. Ложу картошечку, залепляю и делаю косичку. Может быть, кто-то тоже так готовит с косичкой.
Наша картошка закончилась. Теперь мы будем готовить вареники с творогом. Накладываю творог и просто залепляю, как обычно. Можно сделать так, а если хотите, чтобы было побыстрее, то я залепляю еще вот таким способом. Укладываю творог, середину закрепляю и между большим и указательным пальцем залепляю с одной стороны и с другой. Получается очень быстро. Отвариваю их в подсоленой воде. На сковородку я налила немного растительного масла и закинула кусочек сливочного масла. Добавляю лук, порезанный полукольцами, 2 средних луковички. И сделаю небольшой поджарок, который буду ложить сверху на вареники. Лучок уже стал мягкий, и мы его выключаем. Варенички мы сварили с творогом и с картошкой. Это такая вкуснятина. Хотите поддержать меня и мой канал? Буду очень благодарна вашей подписке. Также не забудьте включить уведомления, чтобы вам приходили мои новые рецепты. А вам всем приятного аппетита. А мы пошли обедать, пока они еще горяченькие. Со сметанкой, это такая вкуснятина. Жду вас, мои хорошие, в следующем видео.